Лида Смутская. Она ушла от нас в возрасте несерьезном, можно даже сказать. Мы с ней познакомились 2 четверти века назад, когда ей было 25. Она приехала из Москвы, где закончила филфак, аспирантуру. Здесь вырастила замечательных детей, троих. Да, сын офицер, старший в армии, дочка еще одна заканчивает служить. В общем, и она писала все эти годы. 12 лет она была в нашем семинаре переводческом. Она издала несколько книг для детей. Стихи для детей. У нее было очень много читателей на известном сайте Стихи.ру. В этом номере мы напечатали небольшую очень ее подборку стихов, не опубликованных ранее в других местах, и заметки о Лиде, которую написала Оля Карташ, и я попросил Олю прочесть стихи памяти Лиды Смутской. Про Лиду еще очень трудно говорить, мы с ней, я не могу сказать, дружили, но как-то духовно мы были близки. И вот на этом сайте стихи.ру мы переписывались с ней много. Она писала удивительно, благожелательно людям, критику, даже если ей что-то там не нравилось, она удивительно тактично это делала. И вообще, сильно ее не хватает, еще трудно про нее говорить. И я просто вот сегодня в автобусе я подумала Лиде написать, и написалось такое: говорили на вы, а теперь навсегда можно с тобой на ты, так со звездой, когда звезда молча глядит с высоты, и можно вчитаться в твой ритм и слог. Здесь, где твой голос земной затих, и неоконченный диалог продолжать на страницах твоих. Извините за... Спасибо, Оля, и я прочту недлинное стихотворение Лиды. Называется «Ночь в Иерусалиме». Разложили на бархате ночи драгоценные камни огни. Кто не глянет, примерит, захочет. Кто примерит, останется в ней.